Этот вальс Рудольф и Галина станцевали на своей свадьбе в далеком 61-м году. С тех пор эта мелодия им очень дорога. Она как напоминание о крепких супружеских отношениях. В этом году у супругов юбилей. 55 лет совместной жизни, которая построена только на любви и взаимоуважении. Символом этой даты считается изумруд. Редкий драгоценный камень, а главное – крепкий. Отношения супружеской пары, прожившей вместе столько лет, не случайно сравнивают со свойствами изумруда. Жизнь прошла, естественно, не сладко. Как обычно, в каждой семье бывают невзгоды, радости, печали. Все пришлось преодолеть. Преодолевали совместно, понимая друг друга, друг другу помогали. И, естественно, дожили до 55 лет, сохраняли эту семью как только могли, потому что не всем это удается, и не в каждой семье это бывает, не у каждой семьи. Еще надеемся на бриллиантовую свадьбу дожить и провести в этом зале вместе с вами. Поздравить супругов пришли дети, внуки, правнуки, близкие и друзья. Гости торжества дарили им букеты цветов и сувенирные подарки. Изумрудную свадьбу Рудольфа и Галины украсили танцы, песни и стихи в честь юбиляров. Среди гостей вечера была директор Центра русской культуры Азербайджана Галина Яковлевна. Рудольф Васильевич Шипкин, полковник в отставке, его жена тоже работала в армии. Они познакомились очень давно и прослужили вместе очень много лет. И вот он уже очень много лет работает у нас в Центре русской культуры. По зову сердца, по своей душе. И всегда на всех мероприятиях они принимают активное участие. Вот в свои годы, прожив 55 лет вместе, они жизнерадостны, бодры, энергичны. С них только можно брать пример и белой завистью им позавидовать, потому что это идеальная, исключительная пара. И мы их представим, конечно, у нас существует награждение медалями через посольство. К изумрудной свадьбе Рудольф и Галина подготовились особенно. На невесте изумрудное платье со шляпой из кружева. Свой наряд Галина шила своими руками. А жених Рудольф – смокинги. Сфотографироваться с виновниками торжества спешит каждый. Это память о необычной свадьбе. За праздничным столом супруги вспоминают самые забавные истории из семейной жизни. Я благодарен своей супруге, которая, невзирая ни на что, ради нашей счастья, нашей любви, отдает себя сполна ради нашей красивой жизни. Она очень много сделала для сохранения семьи и продолжения нашей жизни, и продолжает это делать. Я преклоняюсь перед своей супругой. Эта свадьба стала незабываемым праздником не только для супругов, но и всех гостей. Организаторы провели интересные викторины и конкурсы. А самое главное, в честь супругов прогремел салют. Этот подарок родителям преподнесла их любимая дочь Лариса вместе с семейными друзьями. Желаем крепкого здоровья, чтобы они всегда выглядели такими красивыми, счастливыми. Дай Бог им... Гуляйте еще на бриллиантовой свадьбе. Уже лет 20 я с ними дружу. На всех их праздниках присутствуем мы. Всегда весело бывает. Мы их очень любим. Они очень хорошие люди. Побольше бы таких людей. И побольше бы таких браков. Кульминацией праздника стал азербайджанский плов. Это блюдо торжественно вынесли в центр зала под национальную лирическую мелодию. Гости пировали до утра. Через 5 лет супруги планируют отметить бриллиантовую свадьбу. Арзу Юнус Хикмет Гуламов, Мир 24.